Не прошло и часа полтора, наверное. И мы снова здесь, специально для вас, дорогие друзья. Показываем, какие изменения произошли за это время возле совмещенного моста. Вот мы тут с Владимиром как раз путешествуем, и Владимир решил мне показать специальную площадку, которую сделали. Это же специально для телевидения сделали, да? Ну, она не специально, это пожарный пирс. Вот, ну да, туда запустили. То есть сюда можно ходить без касок и будучи абсолютно уверенным, что ничего тебе на голову не упадет. Обещали после обеда сдернуть, да? Прям так и говорили. Слово было такое, сдернуть мост, но его, короче, не сдернули. Судя по всему, Владимир говорит. Вот. Зато у нас есть возможность сюда прийти и уже с другого немножко ракурса показать вам, что тут происходит. Вообще, если честно, сложно себе представить, что вот такую вот громадину сейчас возьмут, как уже было сказано, сдернут и куда-то... О, так, надо уходить. Что написано? Не опускать, не толкать. Но с горки не спускать. С горки не спускать, не толкать. Видимо, когда монтировали. Да, наверное. Так, ну тут прям артефакты же наблюдаются, да? Всевозможные. Так, мы тут мешаемся явно. Ничего, сейчас привезут стабилизатор, изображение будет более мягким. А ты откуда собрался летать? Вот с площадочки внизу. Площадочки внизу. Где вот журналисты собираются. А, так там еще и много журналистов. Ну, здорово. Так, ну если что-то будет новенькое, мы включимся еще, друзья.